Всем привет! Имеем неработающий foot switch, crate. Скорее всего, это кабель. Но так как со всех сторон тут стереоджеки, что-то я очень сомневаюсь, что они все задействованы. Сейчас посмотрим. Итак, что мы видим? Черный джек обычный моно, а белый джек стерео с двух сторон. Вот так оно должно быть. Схемы здесь, по сути, никакой нет. Диоды и свечи. Получается вопрос в кабеле. Не звонится кабель. Попробуем найти место, где это оборвано. Пришлось немножко укоротить, найдя обрыв, и заменить один джек. И вот теперь как бы вот такая версия.